Доброе утро! Пропуская завтрак, вы наносите непоправимый вред своему здоровью. Поэтому пора взять себя в руки и приготовить что-нибудь вкусненькое. Я, к примеру, сегодня буду готовить конвертики с сыром. Нам понадобится для приготовления лаваш, сыр плавленый, сыр обыкновенный, лук зеленый, яйцо отварное и масло растительное. Так, возьмем лаваш. Он слишком большой, поэтому мы его разрежем. Вы его должны сложить одинаково, переложить, чтобы получилось не один, не два, а несколько конвертиков. Теперь у нас получилось не один большой, а четыре вот таких небольших конвертика. Отставляем их в сторону, берем плавленый сыр, нам понадобится отварное яйцо, мы его творили заранее, мы его просто выкладываем к сыру и будем раздавливать вилкой, перемешивая, делая однородную массу. Когда мы это сделали, нам надо еще добавить зеленого лука. Берем два пера зеленого лука, примерно на 4 конвертика, и нарезаем. Кто не любит зеленый лук с утра или вообще, может его не класть или заменить на какой-нибудь другой. Вот наша начинка и готова. Возьмем лаваш, на него положим часть простого сыра. Она будет у нас являться основой, часть нашей начинки на этот сыр. И складываем. Вот таким вот образом у вас должно получиться. Вначале мы будем обжаривать со стороны, где у нас шов. И вот наш правильный завтрак готов. Не забудьте, встречаемся в выходные дни на телеканале «Беларусь-1» в проекте «50 рецептов первого». Будет просто вкусно.